15 июня, РИА Новости. В РИА губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отстранил от должности исполняющего обязанности заместителя главы региона по строительству Александра Шнитко за неисполнение поручений, сообщает в пятницу пресс-служба обладминистрации. За неисполнение поручений по строительству Новокузнецкой школы номер 81 Сергей Цивилев отстранил от должности .о. замгубернатора по строительству Александра Шнитко, говорится в сообщении. Отмечается, что во время рабочей поездки в Новокузнецк 8 мая Цивилев посетил пятилетний долгострой и поручил завершить строительство школы до 11 января 2019 года, ко второму полугодию следующего учебного года. Тогда глава региона подчеркнул, что уже 1 сентября 2018 года необходимо ввести центральный блок школы. Сергей Цивилев распорядился к новому учебному году провести благоустройство территории и облицовку здания, а в День знаний пригласить для осмотра родителей детей, которые будут посещать эту школу. По мнению Цивилева, Шнитко не смог взять под контроль процесс строительства и ремонтных работ и выполнить данные поручения. Глава региона не ограничился отстранением от занимаемой должности Александра Шнитко и исполняющей обязанности. Начальника главы УКСа Дмитрия Шоцкого, он также поручил провести полную проверку действий официальных лиц, отвечающих за ввод этого объекта, отметили в обладминистрации. Как уточняют власти, ответственный за объект, председатель региональной контрольно-счетной палаты Александр Долголевец и начальник главного контрольного управления Кемеровской области Светлана Попова. Шнитко проработал в этой должности менее года, он был назначен заместителем губернатора по строительству в июле 2017 года после отставки по собственному желанию Евгения Бухмана.